Простите, Клинтон, кандидат в президенты США от демократов извинилась перед своим соперником, республиканцем Трампом. А знаете за что? Она назвала его сторонников жалкими. Если говорить в целом, то половина сторонников Трампа — это люди, достойные сожаления, движимые расистскими, сексистскими, гомофобными, ксенофобными и исламофобными настроениями. Такое высказывание вызвало шквал возмущения со стороны ее соперника, за которого на предварительных партийных выборах проголосовали почти 14 миллионов американцев, больше, чем за кого-либо из республиканцев в истории праймериз. Трамп возмутился сначала в Твиттере, потом еще во время своего выступления. Он очень аккуратно назвал Клинтон нестабильным человеком. Пока кандидаты идут, как говорится, нос в нос, разрыв минимальный. Видимо, до самого 8 ноября будет сохраняться интрига, кто станет президентом США, миллиардер-скандалист или бывшая жена оскандалившегося экс-президента.